Всем привет, с вами Квина. Привет, привет, привет. Мы сейчас продолжаем проходить первую тестовую миссию Wasteland, Пустоши, Пустоши 2. Значит, тут мы посмотрели. Нам нужно найти остатки журнала нашего дорогого Эйса и его какие-то железяки. Вот его логбук. А, это точно его писанина Эйса. Я разбираю его чики на этот куриный почерк. Всегда. Так, что же там у нас? Сейчас посмотрю в инвентаре. У нас получается, мы можем прочитать его, то, что он написал. Страница вся в масле и грязи. Но кое-что все еще читаемое. Август 10. Окей. Ты смотри, валю 75, но мы все равно продавать это не будем. Мы же должны все это сдать на станцию рейнджерам. Так, повернуться. Вы видите эти яркие царапины в грязи. Читая их, вы догадываетесь, что кто-то или что-то пытался залезть недавно, но был стащен вниз, прежде чем уполз очень далеко. Ух ты! Well, let me tell you, Matthias' law, friends. Matthias' law is vengeance. And soon, Matthias' law will stretch all the way to Arizona and kill those so-called upholders of justice, the Desert Rangers. Вот это то самое, я так понимаю, сообщение, которое... Copy Echo 1, this is Ranger Command. Go ahead. Copy Echo 1, appreciate the update. Окей, мы им сообщили новости. Вот это то самое сообщение, которое и расследовал Эйс. Вот еще одна кусочек его журнала. Что же, черт возьми, тут произошло? Сейчас посмотрим, что произошло. Это уже август 11-го. Окей. А что там было? Я это... Так, это не то, это 10, это 11. Ага, кто-то собирается посмотреть, что произойдет ночью. Так, нам нужно сейчас идти вот сюда. Всем отрядом. Как нам повезло, что все-таки что это рыжая с нами пошла. Еще кровь. Кровь и масло, смешанное на песке. Это там, где, наверное, Эйс и его таинственные преследователи столкнулись. Ага, мы кое-что нашли. Кстати, вот интересно, вот что-то пишут. Пластиковая нога здесь лежит, истекая черным маслом. Окей, интересно, вот если мы возьмем нашего, кто ты? Не то, не ты, а ты, одноглазый парень. А где же твое умение? Вот это. А, подожди, ну что-то есть. Пока что толку нету от него. Пока еще ни разу ничего не раскопали. Взяли металлическую ногу. Обновился логбук.
Ноутбук мы, кстати, вот я не показала про серии, это наши везде задачи. Поговорить с Веркасом про Ace Logbook. Мы странички собираем. Источник Logbook Page, окей. Исследовать странную металлическую ногу. Металлическая нога. Рейнджерский Цитадели. Attack сайт. Ага. Когда наша миссия закончится, мы должны показать генералу Варгасу. Так, генералу Варгасу найти репитеры возле радиовышки. Источник генерала туда. Так, и исследовать Ace Ranger сукую звезду. Кто-то вернулся ночью и интересовался этим. Хм. Так, что у нас пока? У нас пока что никакая не решена задачка. Значит, мне знам. Это металлическая штука, это нога. Боже ты мой. Что происходит? Ну, роботы, металлические ноги оторванные. Кажется, все логично. Все, взяли секретную штуку, интересно, так. Ни пока никакого эффекта нету. Ничего интересного не находим. Здесь будет... Повернемся, здесь будет ящик. Я здесь уже ходила. Так, здесь еще денежка, наши какие-то патроны и упаковка крови. Вот я насчет упаковки крови не уверена, что он делает. В этой пещере мы кое-что найдем. Я специально взяла умение тостера, чинить тостеры, потому что под ними что-то можно найти. Кто же у нас чинит тостеры? Ты? Да. Ну-ка, идем сюда. Так, давай. Почини тостер. Давай. Так, где тостер? Так, вот ты. Ну-ка, давай посмотрим, умение сработает или нет. Можем ли мы что-то обнаружить там? Потому что в прошлый раз, когда я проходила, он валялся так бесхозно. И мне было интересно, что это может что-то делать. Ага, она ничего, она, так сказать... фейлит, то есть миссия провалена. Но мы пару раз попробуем. 30% успех. Но все равно я хочу лично добиться успеха. Хоть 150 раз я буду делать, все равно. Все равно я хочу... Мне интересно, потому что у нас всего умение ремонтировать тостеры всего одну. Одна единица, поэтому 300% успеха. Опять неудача. Вы готовы ли смотреть 150 раз восстановление? Я, наверное, это вот кусочек вырежу. Знаете, это как с лечением тоже. Даже если имеешь 30%, все равно стоит делать, пока не вылечишь человека. Вот, вот идет. Ну-ка, давай. Найн. И, собственно, пожалуйста, мы сделали это всего лишь каких-то пару минут. Мы получили 5 денежек и упаковка крови. Это все. Вот, собственно, я так поняла, что это какие-то спрятанные сокровища, эти тостеры. Может быть, как сундуки. Так, пэм-пэм-пэм, уменьшаем и разворачиваемся. Нам надо в другую сторону идти. Ага, в этот промежуток. И там тоже будут враги. Может быть, нас туда удастся их уговорить, с нами повзаимодействовать мирным путем. А может быть и нет. Так, вот здесь враги. А вот здесь, то есть там не человеки, а здесь человеки. Сюда можно пройти, интересно. И дальше. Сюда. Кстати, может быть, здесь сделать можно поиск. А, давай, товарищ и брат. Ничего интересного не находишь? Тут, видите, мы на самый краешек забрались. А вот здесь, собственно, враги. Блин, я так часто, собственно, говорю.
Так, 97% попадания, урон 12, 0,6 и 7, это я пока еще не знаю, что это. Так, ладно, идем обратно. Идем с ними поговорим, удастся уговорить хорошо, не удастся. Мы будем их мочить по-черному. Все-таки нам же нужен экшен, да? Убить этих придурок, эй, рейнджер. Твои ботинки будут лучше выглядеть на мне. Так, все, мы приступили, собственно, к бою. У нас, блин, часто говорю, собственно, у нас 9 очков хода. Эти ребята, которые мы все, которые, кто за кем ходит. После нас будет ходить какой-то неприятный гадский тип. Так, вот так разместимся. Мы могли их обойти, в принципе. Я не знаю. Что ты крутишься так часто? Я не знаю, имеет ли это смысл. Так, смотрите, здесь можно от них укрыться, как укрытие сделать, но 4 очка движения надо будет. А чтобы выстрелить 6. Ну, у нас 3 не хватит, да? Либо одно, либо другое. А ты у нас кто? Чем ты управляешь? Ты. Что у нас за тебе дружбайка? Куда это? Это у нас. Ага, у нас. Этот ну, в общем, ты издалека стреляешь. Так, у тебя есть нож? Вообще нет, у тебя металлическая нога есть. Ну-ка, давай. Смотрите, руками всего 1-2 урона. А где-то тут было ножи. А, ножи нет. Ножи были бы, если бы мы с теми подрались. А тут вот Ace Rich. Ага. Ты смотри, у нее. Это оружие. Она. Можно использовать в ручном бою. Интересно. Сколько у тебя? 16. Нифига себе, это круто. Ты у нас все равно дальнобойный боец. Смотрите. Ничего нет. Так, хорошо. Давай тогда ты выстрелишь. 72. Шанс, наверное. Урон 10-12. А сколько у тебя жизни? У тебя 11 всего. Давай. Убил, смотрите. 15 очков. Все, у нас еще 3 этих. 3 хода. Но мы сюда не можем. Сюда можем. Ты у нас кто? Не показано, какой у нас ты. Боец. Тут с ножом. Этот сбитый, да? Хотя это, если по картинке судить. Так, нам лучше уйти, наверное, сюда. Так, следующий пошел. Ай, ты на него, да? Промахнулся. Выстрелил, блин, козел. И спрятался. И 6. Значит, смотрите, вот сколько у нас уже жизик нету. Так, ты у нас девушка. Какая? Теребом, что у тебя тут? Брилет дабл. А, это вот очень. Жбайка. Но у нас все локпик. А, это взлом. Но у нас нет никаких других возможностей. Все равно тебе надо ближе подойти, да? Ружбайка АП 5, а всего 8 у тебя этих АП. Значит, нужно 3 шага сделать, чтобы лучше выстрелить. Сделала и... Я просто думаю, что он более ближняя дистанция, будет лучше в него выстрелить. Отлично. Так, ты, ну-ка посмотрим, что у тебя. Тоже 8. У тебя револьвер, да? 3-4. Сколько выстрела у тебя, я не знаю. То есть ты будешь одним стрелять или два раза выстрелишь? У тебя 3, да? Значит, ты можешь 2 раза выстрелить. Сколько у тебя жизни? 3. 3 жизни. Ага. А урон 3-4, да? То есть мы вполне можем тебя убить. А, может, ближе подойти? Ну, в принципе, не так уже далеко. Отлично, убили. Да? Хорошо. Так, теперь и в этого выстрелим. Промахнулся, далековато, видимо. Так, кто у нас следующий? Перезарядка. Перезарядилась, я надеюсь, да? И следующий ход. Смотри, она сама ходит.
Ну, что у тебя там? Она промахнулась. А, кто? Ты у нас кто? Кто у нас? Ты ходишь, да? А, от тебя какое оружие? Грейсер. 3-4 урона. Не очень хорошее, я бы сказала. И ручное еще хуже. Нужно тебе поближе подойти, потому что чем дальше у тебя будет урон, тем хуже. Так, 5 этих шагов, 5 и 7, 2. То есть нам надо на 2 подойти. И, в принципе, других вариантов я не вижу. Промахнулась. Сильно много вариантов. Так, ну-ка давай. Все в него промахиваются. А, в принципе, надо выйти. Он сильно, сильно этот... 17%. Сильно спрятался. Так, 6 и 3. Да, 3 хода. Вот сюда, сюда. И выстрели тогда в него. Уже 22. Блин. Это очень плохо. Так, нам нужно... Вот он вышел, это хорошо. Теперь 70%. Так, что там у нас? 5, 6, 7, 8. 3, да? Мы можем сделать 3 шага и в тебя выстрелить. Подожди, а у тебя... А, у тебя двухзарядный. Остался один. Один выстрел. Отлично. Стреляй. Ха! Неплохо для первого боя. Так, надо же нам сейчас всех полутать будет и полечить. А мне интересно, вот можно вот где у нас, кто у нас там? Ты, девушка, да, лечащая, ты можешь его полечить? Так, чтобы не использовать всяких аптечек. Или ты там что, блуд используешь? Что невозможно на нем это использовать. Так, мне вот интересно вот с лечением получается только, ну-ка еще раз попробуем. Там были какие-то проценты? Невозможно. Нам нужно бандажи использовать на тебе. Нет, не бандажи. Вот эти, наверное, так. Я думаю, pain relief самые легкие, да? Ну и у тебя как бы высокий скилл лечения, мы тебе его будем везде увеличивать. Смотрим, по идее, да, на 100% восстановилось. Мне они со временем восстанавливаются, да. Но вот лечение, получается, постоянно надо искать где-то вот эти штуки для лечения или как. И, в общем. С лечением пока что большой вопрос. Револьвер. Ну-ка, ну-ка. Взять. Нож. Отлично. Еще один револьвер. Сейчас мы всем нашим дадим все, что есть интересного. Так, идем дальше, смотрим. Быстрая смерть, говорит, как минимум. Так, кто же у нас тут одноглазый? Одноглазый, иди сюда. Иди сюда. Так. Во главе ты сейчас, да? А почему ты? Почему я не могу одноглазого взять? Я хочу, чтобы он поискал здесь. Ладно, давайте распределим имущество. Так, у тебя винтовка, тебе бы не помешал. А, нет, ты все равно дальней дистанции. Так, револьвер. Отлично. Так, с тебя эти 3-6, а было 1-2. Так, этот револьвер 3-4, а этот револьвер что дает? 3-4. Такой же самый, да? Так, тоже 3-4. Ага, тут у тебя прям 16. Ты... Может, этот ключ мы дадим кому-то другому, кто более на близкие дистанции. К тебе. Пистолетом. В принципе, их можно перемещать во время боя, но я еще не уверена в этом. Так, револьвер. Тут 3-4. 6-8. Ну, это неплохая штука. Так, 10-12, довольно бар, тоже неплохая. И это 10-12.
В принципе, мы когда встретили этих, случайная встреча была, которые продавцы. Они нам подали до по 20. У нас была куча денег. Так, нам сюда вернуться надо. Че, я бы сказала, первый бой прошел довольно-таки неплохо. Так, и нужно здесь... Ты смотри, он все еще лечится. Отлично. Так, подожди, а тут если интересно, блин, где ты сюда? Я могу тебя выбрать? Я не могу выбрать никого. Она во главе и все. А может их разгруппировать можно? Так, разгруппировали. Теперь ты. Ага, поиск сделай. А, видите, без толку. А ну-ка, иди сюда. Что здесь? Ага, что-то найдено. Я не знаю, это его достижение или нет. Но я раньше этого не видела. Чтобы что-то находилось. Так, мы сейчас идем в пещеру и будем бороться с монстров. С монстром. Так, идем. В группу собрались. Ты лидер. Я не знаю, что это дает, это лидерство. Так, смотрите, вот видите, здесь маслом. Пока что без толку. Так. Хорошо, идем дальше в эту темную таинственную пещеру. Здесь какой-то ящик. Здесь мы денежку нашли и пистолеты. Насчет патронов я тоже не уверена. Кому-то какие-то надо давать, или они общими пользуются, или не пользуются. Пока что проблем с этим вот не было. Да, кстати, надо перезарядиться всей партии. Так, ты перезарядись. Ты перезарядись. Не знаю, это просто влияет или просто звук такой. Так, и ты перезарядись. Возьми это вот ерунду. Ты эту возьми. Ты... Я думаю, когда у нас патроны начнут заканчиваться, вот мы будем печалиться в этом случае. Так, нам сюда. О, нам сюда, туда надо. 42. Мы можем с ней поговорить? Все, она нам нас увидела. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, надо сейчас как-то всех их разместить в зависимости от оружия. У тебя что в руках? Почему у тебя нет ничего в руках? Так, ты... Что, у кого-то пустые руки? Так, сейчас у нас наш Golden Eye. Он должен отступить и выстрелить все-таки. Все-таки он не ближний боец. Так, 3 отступаем, а 6, да. Да, ну-ка иди сюда. Ну, нам всех вообще надо отодвинуть, потому что я собираюсь взорвать тут... Как ее? Бомбой. Отлично. Так, ты застреляешь 6, 7, 8 и 2, на 2 отступаешь. Или ты сразу на 2 отступаешь. А, видите, вот эта зона, куда она может пойти, чтобы еще и выстрелить. Так, на 2 отступаешь. А, нет, подожди, стреляем сначала. Потом отступаем на 2. Так, следующий ход. Вот у нее руки пустые. Почему-то. Пилс, у тебя пустые руки. Why is it? Револьвер. Отлично. Ну, револьвер мало смысленный. Зато 2 выстрела. Так, ты сколько там у тебя? 8, да? 2, 6, 6, 7, 8. 2 шага. А, тебя, блин, нету зарядки.
Да, теперь нам нужно отходить подальше. 8. Можем отойти сюда. Раз мы не можем его ударить. Да. Получается, только на следующем ходу сможем стрелять. И это независимо от того, сколько перезарядки ходов нам потребуется. Ладно. Да? Ну ладно. Вообще лучше их в одну рейню не поставить, потому что этот монстр, он языком насквозь может пронзать нескольких. Так, переход хода, переход следующих, у кого следующий ход? Пилс. Нет, я не поняла. Ну ладно, давай посмотрим, у кого следующий ход. Так, у тебя, да? Да, у нее, потом еще у одного, потом монстр ходит. Так, у тебя, ты же заряженная, да, полностью? Три выстрела, 10 ходов. Ну, круто вообще. Ну, у тебя ружбайка там 6-8 урон и 6 ходов требуется. Давай стреляем. А у тебя, так, 6-8, маловато, ну ладно. Ух ты, два раза даже. Это круто. Так, еще 4 осталось, и мы можем отойти на 4 целых в разные стороны. Давай сюда отходим и перезаряжаемся. Хорошо. Так, кто у нас следующий? Ты. Так, что у тебя там? Пулеметик, по-моему, да? 6 и 7. Ага, мы все на одну клеточку можем. И тебя. Отлично. Перезаряжаемся. И отходим на одну клетку. Плохо. Промахнулась. Так, вот что значит глубокий тактический бой. Так, ты дальняя дистанция, да? Ну-ка, стреляем. Посмотрим, сколько ты там снесешь. Да ты, блин, промахнулся, козел. Так, и отходим тогда на 3 шага сюда. Блин, надо тебе было перезагрузить. Черт побери. Так, ну, стреляем. Перезагружаем и отходим на 2 шага. Отлично. Ой, она у нее дополнительный ход, что ли? Но мы не можем стрелять, мы не перезагрузились. Да, значит, теряем ход, я так поняла, раз мы не перезагрузились. Это плохо. Но мы можем отойти, но в принципе... На, сюда отойди. И все еще нету. Да, ладно. Кто там следующий? Ты, да? Хо-хо-хо. Когда вы соберете достаточно опыта на поле, позвоните генералу Варгасу, что используете радио на экране. Отлично. Так, у нас уже, видите, 2 человека имеют возможность левелапнуться. Видите, вот мигают эти штучки. Сейчас мы позвоним Варгасу, но я не думаю, что мы можем отсюда позвонить. Можем. Ты смотри, у нас повышение. Видите, у нас, видимо, левелап только после того, как мы звоним. Такое, типа, повышение. Хорошо. Вы можете использовать выживательные очки на... Отлично. А я думала, как же левелап от людей. Так, подожди, а у кого же у нас левелап? У Черри и у Одноглазого. Так. Черри. Так, у нас 3 очка. Тут это мы не можем, да? Всего 3 очка на все, что хочешь. Так, что у нас там? Снайпер. Улучшим.
снайперские. Отлично. А, она два забирает. Очки знаний. Мы можем только что-то новое изучить, да? Общее. Блин, вот это бы улучшить. Но не можем. В следующий раз. Черри. Yes. Черри 4 очка имеет. А, так, атрибуты тоже мы не можем улучшить. Так, что же у нас тут интересного есть у нее? Handguns. Хорошо. Shortguns. Ладно. Пока что ничего критичного. Знания. Знания, что там? Бомбы. Взлом. И тостеры. Я даже не знаю, что нам сейчас лучше понадобится. Ладно, давайте их распорядим потом. Когда будем знать, что нам понадобится. Отлично, у нас револьвер тут какой-то. Ух ты, завалялся, Клоус. Так, кто у нас тут? Что у нас за револьвер? Тут 3-4, да? Это тот самый револьвер. Тоже 3-4. Да, ничего нового. Но зато у нас тут вот эти штуки, которые мы должны собрать. Это... Ага. Так, хорошо. А мы вот тут узнали вот Rail Nomads Camp. Так понимаю, что все неприятности отсюда. Ну, вряд ли нам туда сразу подправят. Вот, мы взяли восстановительный юнит. В стальной коробке. Два восстановительных юнита. Они выглядят рабочими. Сейчас надо отнести в радиобашню и повесить их, что ли. Так, все взяли? Взять все? Так. Мы должны здесь это вот походить по пустыне и увериться, что мы не упустили ничего еще. Так, ну-ка давай смотрим. Вроде ничего. Отлично, нам позвонили. 10-4, Echo 1. Вот. Мертвый робот выглядит как то, что убил Эйса. И украл все его, все, что он нес, и книжку его. That is Mercaptain's fancy word for smart robots. He calls them synthetic life forms, or synths. Basically, any robot that can think for itself falls into the synth category. Plain old robots are dangerous enough. Ones that think for themselves are a nightmare. Good, but our priority is still those repeaters. Now that you have them, I'm sending you on to complete Ace's mission. Was to attach him to the most powerful towers in Arizona so we can get a fix on that mystery signal. One tower is at High Pool, the other is at the Ag Center. Sending you the coordinates now. Отлично. Значит, нам нужно сюда и сюда доставить эти запчасти и в самые мощные вышки разместить. И тогда этот сигнал будет за, как сказать, забит. Ag Center is due south of Ranger Citadel and very important to what we're trying to achieve. The researchers there are developing hardier plants and animals that will thrive in the harsh conditions of the waste. If it all pays off, we may see the day when nobody in Arizona goes hungry. Dr. Matt Forrestal about hooking up to their radio dish. He used to be one of us. Now he runs things down there. Matt's good people. Ну хорошо, хорошие люди. High Pool is at the most southern and eastern corner of our jurisdiction. They're a vital part of the stable society we've been trying to build here in Arizona.
They provide clean water to us and many other communities and farms, maintain an emergency reservoir in case of drought. See Mayor Vikstrom there about using their tower. He knows you're coming. Used to be part of an old satellite relay system, from what Woodson told me. Strongest transmitter in Arizona. Самый мощный трансмиттер в Аризоне. They built their tower on top of an old crane. A bit unorthodox, but it gets great reception. Отлично, мы все поняли. Смотрите, у всех уже level up. Отлично, logbook updated. Так, хорошо. Call. Copy, Echo One. This is Ranger Command. Go ahead. Over. Echo One. Отлично. Recent progress merits a number of field promotions. Отлично. Congratulations, Echo One. You've done well. У нас тут повышение у всех. Посмотрим, что еще интересного. Так, Пилс. Тебя. Комбат. Что тут у нас по комбату? Handguns. Два, мы можем сделать два улучшения. Ручное оружие. Нет. Мы, это у нас будет лечением заниматься. Общее. Так. Полевой медик. У тебя. И у тебя. Полевой медик, иди сюда. Где твоя эта вторая штука? Все, полностью улучшили. Пистолеты и так. У нас так, фейд. Всего два, да? Почему фейд всего два? Так, что тут? Лакпик, синтек. Я даже не знаю, что там еще нам понадобится. Ладно, перед следующим боем я подумаю об этом. Хотя некоторые бои, они же вот прям по ходу дела случаются. Вот такие вот. Пусть будет. Окей. Анжела Дэд, у тебя что тут? У тебя, у тебя не повышения нету, потому что ты как бы к нам присоединилась, но не часть нашего отряда. Я все поняла. Черри-бомб, тебе тут просто куча всего надо делать. Комбат. Улучшим то, что есть. Хэндганы пусть будут улучшены. И шортганы. Да? Да. Ладно. Хотя, может, и бомбы надо будет понять. Ну ладно, в следующий раз. Yes. Отлично. Так, подвигаемся. Нам нужно... Мы можем на карту сейчас выйти. И сразу пометить, что нам нужно в Хайпул. Нет. Мы не можем. Мы должны, наверное, выйти из пещеры. И пойти дальше. Кстати, у нас же два непрочитанных сообщения. У тебя? Нет. Кто там все подбирал? Я не вижу, что были. Смотри-ка. Пустые руки. Тебя? Так. Кто такая Матиас? Хорошо. Так. Пилс. У тебя два. У тебя один. У тебя нету. У тебя нету. Но зато у тебя есть лопата. Ха-ха. Так, хорошо. А мы тебе не до поднимали, да, уровень? Что у тебя там? Один, одночку. А, уже никуда не применить, только что-то новое, разве что. Так, ладно, выходим. Так, а сейчас мы можем на карту выйти и поехать туда. Хайлпул нет, нам нужно выйти, значит, совсем с этой карты, мини-карты, и направиться
сюда. В общем, на выход с вещами нам нужно. Там, где шар, вот этот, для глобального перемещения. А, здесь тела валяются. Недобитые. Ух ты, 4 experience поинта. Почему, интересно? Хм, прикольно. Там, где мертвые тела. Так, ладно. Идем посмотрим, там, где эти тела, сделаем так же самое. Нет. Но я так поняла, что каждый раз, когда он делает что-то обнаруживает, даже если мы глазами все это видим. А, что тут? Мы же все уже взяли. Капли крови блестят через кусты. Но мы здесь ничего не можем сделать, да? А, копать. Нет, да? Култай using item on култай. Здесь можно копать? Ну, ты ничего не нашел, да? Хорошо. Бежали тогда обратно. Ладно. Нам сейчас предстоит путешествие к одной из башен. В Хайпул, что ли, называется. Я думаю, на этом стоит прекратить серию и продолжить следующий. Спасибо, что были со мной. Всем удачи и пока-пока. Bum 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 b